Доброе утро, друзья. Как говорил вчера, не получилось птичку отсадить. Вот сегодня 130 собрал. Три репела, зеленушка, три чижика, еще вол. То, что у меня зимой оставалось. Сейчас порассаживаю по клеткам. Повешу на воздух. Пусть начинает петь. Будем, наверное, ловить. Завтра, послезавтра. Чего еще не перелинял. Репела, чижики, зеленушка перелиняли. В принципе, нормально перелиняли. Так что посмотрим, как в этом году будет сезон. Репелок. Сейчас поставим всех в отдельные клеточки. Следите за движением. Одну клетку посадил. Репла, зеленушку и чижика. Значит, во вторую клетку посадил. Чижика, репла и щегла. Это, походу, щеглиха. Ну и в третью репла и чижика. Чижики позывки дают. Ну, остальные все молчат. Птицы еще мало летает. Щеглу слышал и зеленушек слышал. Птица сейчас привыкнет к клетке. Я думаю, день-два и будет все нормально. Продолжаем просмотр. Ну что, щегол позывки давал. А зеленушка молчит, как партизан. Хотя зеленушки на дереве сидели, пели. И летают. Рядом туйка такая здоровющая. У соседей. Одну они, блядь, спилили. Вообще покромсали все деревья. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Теперь там сетку уже не поставишь. Все поломали нахер. Новые хозяева купили. Рядом участок. Теперь там ловить не буду. Перехожу в другой огород. Сейчас покажу, как там все это выглядит. Все эти сараи поразломали. Ну, я думаю, стресс пройдет у птицы. И она будет петь. Куда она не денется. Вот так теперь это все выглядит. Одни развалины. Все деревья попилили. Да, теперь уже не половишь. Ну да и хер с ним. Пойдем в другой огород. Или в лесополку поедем. Да, жалко было хорошее место. Вот щегол прилетел. Ну, такие позывки дает, слабенькие. Вот. Ну, ладно, как-нибудь, что-нибудь поймаем. Пока идет подготовка. Вот, поставил там тайник, видно, это с окна я снимаю. Лень туда идти в огород. А еще куст под тайник поставить. Ну, в принципе, уже такое. Цикория нарву. Еще какой-нибудь херни. Я думаю, завтра-послезавтра начнем ловить.
Так, и зеленушка отзывается, в принципе. Еще зеленушка прилетела. И репелок позывки дает. Так что, в принципе, мы готовы. Пусть пару дней посидят. Может, завтра начну, может, послезавтра. Сегодня, конечно, ветер сильный. И еще тепло у нас. Сегодня 22. Ветер восточный, сумасшедший. Ну, чижики должны прилететь по этому ветру. Обычно чижики до 10 октября прилетают. Сегодня у нас уже, по-моему, 17. Или 18, или какое? 17 октября, поэтому их еще и близко нету. По-моему, я только один раз слышал. Это утром. Так что что-то запаздывает. Наверное, тепло. Зима, может, ожидается теплая. Обычно, когда они поздно прилетают, зима теплая. Когда рано, бывает, в середине сентября прилетает. Если рано прилетает, то зима, наверное, холодная. Посмотрим в этом году. Так что вот такая подготовка к лову. Ну вот, поставил кусты под тайник. Вот так все выглядит. Вон дерево присада. Вон там палку ставил присаду. Нормально. Цикория поставил, нашел прямо возле дома. Ехать никуда не надо было. Сухую палку от дерева поставил, такую ветку. Колючку для чехло, колючку для репело надо найти. Еще и цикория два кустика. Сейчас вот это вот замажу фенью, чтобы не блестело. Или какую-нибудь фенью на нее одену внизу. Пока все, ждем развития событий. До завтра, наверное.